Друзья мои, всем привет! Сегодня приготовим быстрый, вкусный и очень нежный кекс по-фински. Это рецепт из разряда «Гости на пороге». Он настолько быстрый и простой, что с ним справится даже домохозяйка с лапками. Такая, как я. Давайте приготовим. Нам понадобится всего лишь 5 продуктов. Это 200 грамм пшеничной муки, 200 грамм сахара, 200 грамм сметаны любой жирности, 2 куриных яйца, чайная ложка разрыхлителя теста. Вот такой простой набор продуктов, который есть в каждом холодильнике. Берем глубокую миску и вбиваем туда яйца. Добавляем 200 грамм сахара и взбиваем все при помощи миксера либо венчика. Добавляем 200 грамм муки, 200 грамм сметаны и чайную ложку разрыхлителя. И снова все перемешиваем при помощи миксера либо венчика. Кстати, сметану можно заменить кефиром либо йогуртом. Будет также вкусно. Берем форму для запекания и хорошенько смазываем ее сливочным маслом. Либо застилаем пергаментом. И присыпаем пшеничной мукой. Выливаем тесто в форму для запекания и убираем запекаться в разогретую духовку на 20 минут при температуре 200 градусов. А пока запекается наш вкусный кекс, я поиграю с котенком. Готовый кекс вытаскиваем из духовки и даем остыть немного. Пора подавать к столу, к чаю и звать гостей. Он очень легко нарезается, он очень нежный и абсолютно не крошится. Украшайте кекс на свой вкус. У меня это будет сахарная пудра и свежие ягоды голубики. Я желаю вам приятного аппетита, друзья. И если вам понравился рецепт, буду очень благодарна за лайк либо комментарий. Подписывайтесь на мой канал и давайте готовить вместе. Быстро, вкусно и просто.